Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте продолжим. Uncharted, часть 4. Adventure. Путь вора. Заходите на YouTube, смотрите меня на YouTube. Прохождение только на YouTube. Также смотрите новую часть «Космос». Новую часть я там залил. Чума. Чумная сказка. И «Метро Эксодос» тоже новый. Заливок много, выходные. Так что смотрите. Я уже забыл, какие кнопки, что делать-то. Так, минуточку. Мне надо звук прибавить, я ничего не слышу. Отвратительный звук почему-то. У меня в игре нормально, когда я записываю. У вас нормально должно быть. Проверял, вроде ничего. Куда бежать-то? Прыгай куда-нибудь, плевать. Эх, это тупица, блин, не попал, вы видели? Детский сад, блин. Что это за вояки такие? Тупорылые. Сейчас чувствуется, попадет он, блин. Он за мной бежит там, что ли, через все преграды? Да, ребятки, наваляли вы тут делов, ну. Натворили. Все, в ловушке вы, тупорезы. Я сажусь на лавку, нахрен. Кац предлагает сдаться. Куда ты нахрен? Эх, и черная, вы видели? Свидота, бля, и вот раз отшвырнул меня. Стоял, блядь, буксовал там. Подлец, блядь, подонок, ну. Туда бежать-то я не... Куда бежать-то я не пойму. Мне кажется, я туда бегу. А вот что... А, вон они. Шоблка, блядь. Ой, блядь, тюфяк в штанах, блядь. Скакун, блядь. Вот эти скакуны, да? Опять эти, блядь, паршивые драки, блядь. Бесит меня, на. Себя не найдешь, блядь, где я, на. Да ш... Блядь, я не... Я честно признаюсь, я не знаю, как драться, блядь, здесь... А, блядь, одна кнопка здесь, ёб, я... А может, не одна, я все нажимаю, плевать. Ну чё, тюфяки? Куда толкать-то, я не пойму. F, чё такое, F или чё там? А, вон дыра. Ты думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеем. Давай, я за тобой. Они повсюду. Чего? Идем дальше. Вроде можно. Озвучка высер. Игра не дешево стоит, ребятки, извините меня. Ну с такой озвучкой. Прыгаем туда, что ли? Опять сейчас подставляем, дрочилы. Музыка лупит, а текст не слыхать. Музыку я вообще убавил на минимум. Как обезьяны они тут. Экшен. Адвенчур экшен. Как бы ему на ноги не наступить, а то... Где набрали, блядь, таких нам? По мобилизации, что ли, набрали таких тупорылых, блядь? Попасть никто не может, нам. У них ни одной царапины. Давай,
Я подниму! Сейчас свалится, блин. Держу! Давай! Нет, так и похоже, втроем мы тут не буксовать-то. Сэм, нет! Нет, держись! Держись! Сдох он. Сэм! Наконец-то хоть кого-то подстрелили, блин. Столько бегали, везде автоматчики и... Нет! Они бы хоть кого-нибудь обезоружили бы, завалили бы кого-нибудь. Автомат надо бы дали. Сваливать. Вон нет, и ствол у него. Его больше нет, быстро. Чего он не стрелял ни разу? Нет, не могу. Он давно с ним бегает, с этим его стволом. Эй, твой брат погиб. Конь Сирогор, со мной или с ним? Нет, да. Же... Как хочешь. Вставай уже. Господи, нет. Он живучий, еще, наверное, выживет. Чувствует мое сердце. Надо сваливать. Сэм. Подлечит его еще. Да такие монстры и лечить бы... Мам, дорогая. Мамочка! Ё-моё, блядь, ненормальный ты, блядь. Сабвуфер потнул, блядь. Я аж глаза вытрачил. Наконец-то началась игра, что ли. Похоже, они тут затянули. Блин, копию забыл сохранение сделать. Сейчас что случись, всё. Ну что, так и будем смотреть, что ли, эти роли? Да нахрен мне они обосрались. Ребятки, ну. Еще 15 лет спустя. Стариком сейчас станет, что ли? Готово. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. Раньше, помните, игры всякие, и ездить, и плавать, и скакать, и прыгать, все что угодно, блин. Сейчас все. Одни кое-какеры. По моим часам у тебя четверть баллона. У руля. Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Я не пойму, всплывать мне или чего, или... нырять. Залез в какую-то жопу. Сейчас вздохну еще. Как побыстрее-то быть? Вот, смотрите, какую-то дрянь нашел. Я что-то нашел. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камня ударилась. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Испытывая мое терпение, Дрейк. А, вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Кто тут у нас? Так, я вижу груз. Вроде все ящики на месте. Пересчитать их можешь? Это надо внутрь пойти. Подожди. Ну, поехали. Как они любят это тыканье, блядь, 25 раз. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Ха, один есть. Я не знаю, как у вас, я вообще ничего не слышу. 5-1, похоже, вообще тут никак. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы пойдем. Озвучка просто омерзительная. Я имею в виду не в плане самой озвучки, а... Ну да. Чуть дальше он отплывает и вообще ничего не слыхает.
Че, всплывать, что ли, что надо-то, я не пойму. Прослушал, пока трепал языком. Давай, Найт, соберись. Так, что там, нигде что-то ничего не загорелось? Дальше плыть, может, искать. А куда плыть, в какую сторону ты, откуда прибыл? Я вот уже... А, вот, смотрите-ка. Коробочка. Нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Где и где скрепить, я не понял. Вперед, может быть. Ну давай как-нибудь что-то. Ага, вон. Тыкать надо опять. Может, вынырнуть отсюда? Он не вынырнет? Блять, он не выныривает с этим ящиком. Учти, я не хочу искать еще и тебя. Хватит фуры. Какая-то зона затопления, что ли, тут я не пойму. Где веревка-то эта вонючая? Это что такое? Может, сюда надо положить, нет? Че это такое лежало-то? Куда с говном-то с этим плыть, я не пойму. Каких указателей нет? Все, встрял я, блядь, ребятки. Не пойму, куда выплывать с этим говном. Сейчас электричество кончится у меня, блядь. Я задохнусь, нахуй. Я имею в виду кислород, блядь. Подсказка, наконец-то, блядь. Куда наверх-то, я не пойму. Он меня не мог с этим ящиком вынырнуть. Ничего не пойму, куда? На эти бугры, может, надо заплыть. Ну куда я его брошу-то, ящик-то этот? Как свинья в апельсинах я в этой игре. Я уже заплыл, черт знает куда. Подсказки они дают. Так вы дайте подсказку, стрелку поставьте мне. Плыви туда, все, нахрен мне нужно. Ковыряние ваше тут с этим говном. Да брось ты это говнище, блядь, уже надоело, блядь. Подсказка, блядь, наверх. Куда наверх-то? Он больше не поднимается, ну. Поставить он никуда не может, ну. Ну все, опустить. Давайте опустим. Он не опускает. Тупица-то этот не оставляет ящик-то, блядь. Мерзавец, блядь. Ну что это за говно, блядь, придумали? Испортили, блядь, нахуй всю игру этим ящиком вонючим, блядь. Ну вот я... Чего вот он не отпускает? Он... Что они пишут? Я не могу понять, нахуй.
Че они пишут, блядь? Вот я нажал, блядь, и он не отпускает, блядь. Блять, неужели они так в воде ориентируются, блять? Наверх. О, наконец-то, блять, стрелка появилась. Смотрите, блять, косяк что-то какой-то, блять. Или чего, на? Или обязательно до этого места надо доплыть-то? Эх, тупость, на. Как может быть, блять, в игре от Sony, блять, такое говнище, блять? Тупость, я, блядь, плавал возле этого говна, блядь. Его надо вообще, наверное, туда положить, на место, на. Я прослушал, может, но. Дело даже не в этом. Вот сейчас стрелку показывает. Почему она сразу не появилась, эта стрелка, блядь? Не слышно ничего, блядь. Что они говорят, я не слышу, но. А читать я не успеваю. Когда тут возишься с этой трясней, блядь. Вообще вот не слышу. Чего-то он сказал, вообще не слыхать, но. Этого еще кое-как слышно, блядь. Дальше что? Все всплываем, что ли? Прицеплять надо говно это. Все, на месте. Цепляй фуру, мы ее приподнимем. Так, я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. А что, ящик так нельзя было поднять? Обязательно надо в этот слишком тяжелый. Чего они там напихали в него? Золото Маккены? Ну что вот опять не так? Загорается именно, понимаете, вот загорается, отъезжаю я и все, и она уже не горит. Почему она не горит в этот момент? Я не знаю, как зацепиться. Какую кнопку надо нажать, чтобы зацепить? Вообще здесь одна кнопка всегда, у, была, блин. Где-то я встаю, наверное, не так, как надо, наверное, да? Я не знаю, блядь, я руки бы оторвал этому ублюдку, на который вот такую херню придумал, блядь. Может быть, это на клаве так, может быть, на джойстике такого нету. Я не могу зацепиться, все, не цепляет, но я не знаю, что делать, но. С этим говном, блядь. Может, я цепляю вообще не за тот, не за ту сторону. А зачем она горит тогда? Нет. Что нужно сделать, чтобы зацепить вот эту трясню? Блять, полное разочарование. Этот уровень, блять, вообще надо было пропустить, на. Ползание, блять, здесь это плавание в говне в этом. Нет, все, я нажимаю все кнопки, ни хрена он не цепляет, на. У него мозгов не хватает. Ну, что не так, ёпт? Я говорю, какие-то глюки, может, я с игрой или что, но я не могу понять. Убогость какая-то, блядь. Может, ниже, выше, блядь. Вот он горит, этот крюк. Может, попасть, блядь, точно надо. В нужную отметку. Сейчас, блядь, на 6 намотать. Тупи. О, смотрите-ка, блядь. Оказывается, надо было кругами тут проплавать, блядь. Я думал просто крюком зацепить, оказывается надо, видать, а может так... Ничего он тут... А, да, а то точно надо было вот так проплыть, наверное, да? Ну, хотя бы там он подсказывал, там, обогни это... Оплыви, зацепись, оплыви... Кто мне об этом подсказал? Я что, прохождение должен смотреть? Я... Ну, наверное, моя промашка в том, что я не играл такие игры. У меня нету, блядь, приставки, на. А у кого нет приставки, вы тупицы, блядь. Наверное, такой вывод делается. Что, мол, у тебя приставки нету, ты тупица, не знаешь, что делать. В нашей лучшей в мире игре, блядь. Так,
Хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Ха-ха, постараемся. Ну, дальше что? Нейт, ну что ты делаешь? Ну, подскажите мне, что делать-то, блядь? Я думал, вот здесь надо что-то покрутить. Может, мне у виска надо покрутить? Может, дверь надо закрыть? Чтоб говно в них не вывалилось. Или самому туда залезть? Чего вот еще не хватает? Я вот... Мне вот мозгов не хватает, это точно, блин. Чего нужно сделать, блядь, прицепленный груз? Что еще нужно сделать, чтобы этот ублюдок, блядь, поднял эту хренососень, блядь? А? Давай, Найт, соберись. Ну давайте что-нибудь подскажите мне, что надо сделать-то, блядь? Глухонемую игру, блядь, выпустили, блядь, её. Ничего не загорается, как обычно, блядь, её. Никаких, вот, может, снизу что-то, но... А, вон, точно, блядь, какой-то... Что-то там где-то загорелось, вон, вон. Опять с этим ящиком! Да что ж вы, блядь! Положу к остальным. С говном еще какой-то ящик собирает мусор этот вонючий, блядь. У вас там целый контейнер этого говна, блядь. Прицепились они к этим двум ящикам. Здесь что ли вход-то? Блять, вход с другой стороны. Да что же вы? За мерзавцы, блять, такие, да. Придумали какую-то херню, блять. Надо заканчивать, да. Меня уже все, блять, раздражает эта игра, блять. Лучшая, блять. Говно, блять, это вонючее. С ящиками дрочить будем, блядь, её полдня, на. Я думал, это здесь в самом деле интересная игра. Тут какое-то говно, на. Давай, давай. Не русская, блядь. Когда это закончится, нервотрёпка, блядь? Если бы мне интересно было, я бы кино посмотрел, блядь. Ну, в Sony есть, да, такие вот, это и... Во всех играх есть такая тягомотина, блядь. С ребенком там гулять, играть, накачаться на качелях. Вот такая вот хренотень, блядь. Или какого-нибудь безногого, блядь, возить на инвалида, блядь, на тележке по всем комнатам. Меня, блядь, выбешивало это. Я не знаю, блядь, я не любитель этих Sony игр, блядь. Ну, игры, конечно, выполнены великолепно. Но некоторые моменты просто раздражают. Не для PC-шников, блядь. Я бы не сказал, что это затягивание игры, но недоработки вот куда плыть. Красота. Такая озвучка, что я ничего не слышу. Красота, вот я только услышал, и все. А прибавил, вы видели как? Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как будто он где-то далеко сидит и что-то ему говорит, блин. А у него вот микрофон-то. Ну это не первая такая игра, блядь, в которой ни хера не слыхать, блядь. Я помню, такие игры попадались, что ни черта не слышно русского. Вот, смотрите, загремело, блядь. Сабвуфер надрывается. Правильно, я не могу больше прибавить. Потому что сейчас будет зашквал, блядь. Сейчас он спустится, блядь, и будет орать, на. Все. Надо переходить, наверное, на... 5.1 не работает. Бросай снарягу. Держи. Хорошо, субтитры я включил. Спасибо. Погодите, надо все-таки убрать. Я ничего не слышу. Я вообще под водой я вообще ничего не слышу. Че они там базарят, блядь? Как можно играть в такую игру, блядь, 2-0 на? Баллон-то пустой, что ли? Ничего не слышу. Кстати, в косяках там есть это, про звук.
Ну что, ждать, когда они поправят этот звук, что ли? Секунду. Как оно? Нет, ничего не слыхать. Даже, по-моему, было лучше. Может, авто сделать. А ты как думал? Все чуть понял? Погромче. Все в целости. Ну ты у нас отличник. Я улучшаю вам репутацию. Вот, готово! Причем готово, крикнул. Как обычно, всякую дребедень, блядь, помойку всякую собирай, блядь. Они серьезно тебя организовали, похоже. На какие шиши? Где это? Скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро. Рассмешил меня, блядь. Ты видел, как я работал сейчас? Наповал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Это жестоко. Я передам, что ты так сказал. Кто передаст? Хорош, конечно, анимация. Ну, мам, игрушка-то старая, они ведь ничего не переделывают. Они просто красок добавили, и все. Может, отражение вроде добавили, да? Потом. Смотри. Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другой поработает. А ты отдохнешь. Нет уж, спасибо. Лучше нырять, чем торчать в конторе. Ну, все равно. Понырять теперь еще не скоро придется. Погоди, а контракт на четверг? Mm-mm. Да ладно. Цену перебили. Ты издеваешься? Ну да, конкуренция. А ну-ка, давай. Окажешь честь? Ну что, я еще должен скрывать? Ты что, не мог вскрыть, что ли, блядь? Ты что, специальный такой затягивание игры, что ли? Сил у нее нет, что ли? Какая разница, кто вскроет? Это не вино пить, да? Я первый. Смотри, медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Так получше. Спасибо. Парище будет. Думаю, у вас там все равно не один в один сделают. Лучше уж порезче будет, чем мыло. Я тут смотрел в этой прохождении, там посмотрел, что она собой представляет. Какого-то парня включил. Блять, картинка просто мыло, блядь. Подожди, Нейт. Как они не настраивают картинку? Нейт, вот этой прогой настрой и все. Идеальная будет. Для тебя презент. Да Full HD еще. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Сейчас уж на 2К переходит. Весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме... Сейчас нормальный звук. Парня. Я ему доверил бы... В чем разница-то была? Он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт... Это же наша пенсия. Хватит ломаться, блядь, как тёлка, блядь. Уж не знаю, как такой ты, правильный, блядь, в тюряге везде. Жулик и бандит, блядь. Не хочу в тюрьму. Нет. Еще раз, слушай, чёрт, там братвы, наверное. И тебе не советую. Как-нибудь ты возьми, выжил. Почитать. Ради меня, я а? Не передумаю. Тем более, чтоб не почитать, правда? Привет, Карли, ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. У нас бы даже размышлять не стал бы, да? Че это было? Видно, серьезная работа. Загрузки.
Круг поисков сужен. Эх, было бы круто. Круг поисков. То, что он надо ему. Ну. Вот он ушлый. Нет, нет, нет. В этот раз без меня. Все, сейчас будем собирать всякие подарки. Одна из самых странных моих находок. Брось это. Блин. Это все по этой помойке надо лазить, по его вещам, бля, по всем. Ракетница. Игрушечный. Вот. Я не знаю, вот... Может, блядь, я идиот, но меня раздражают вот эти игры. Вот эти вот. Вот эта тупость, блядь, детская, блядь. Хренотень. Зачем она нужна? Вот для чего это придумали? Сейчас опять они мне будут мозги... Чего это вот? Зачем это вообще вот в игре, я не могу понять. Вот это говно, зачем? Для чего эта дресня вот нужна вот эта вот? Схватил я, дурак, этот пистолет игрушечный. Выброси его нахер. То есть я мало там бегал, скакал, еще мне тут еще какую-то задачу ставит. Давай. Да, сейчас спущусь. Че это такое вот лежит? Обойма, что ли, че? Яблочко. Ой, блядь. Я не знал, что это такой высер, блядь. Это не игра, а высер какой-то, блядь. По крайней мере, вот это все, что происходит, блядь, в этой новой части. Дрянь какая-то. Наконец-то. Господи ты, боже мой. Эх, говнище придумали. Какой дурак это говно придумал. Я кем играю? Мужиком, блядь, 40-летним? Или играю мальчишкой, блядь, сопливым, на? Мне никогда не хотелось вот так пострелять. Вот, в игре пострелять. А из игрушечный пистолет держать все. Ну, короче, продолжаем. Что-то у меня глюк какой-то, вот я с лестницы спустился, бля. Вот эта часть, которую я сейчас играл, я бы вообще вырезал, нахуй. А я думаю, что вообще бы, наверное, бросил бы игру. Ну. Это тупость, нахуй. Ты чего там застрял? Ну, я кое-что изучал. Вот так это теперь... Все, сейчас, блядь, начнется нянчиться с этой кобылой будет, блядь, это все, блядь, вот поэтому, наверное, я не очень мне заходят эти игры, блядь. Тупость эта вонючая, блядь. Растянут сейчас всяким говном, блядь, на... еще на 2 часа, ну. И... Вот звук появился. Все, есть. Закончила? Да. Извините, но такую мерзость я не хочу смотреть. Мне, блядь, просто неинтересно. Ну. Какая-то приставка, блядь. Сейчас еще играть заставит. Я, блядь, просто в ахер выйду, блядь. Точно, блядь, смотрите, в говничье это. Бандикот, блядь, ёпты. Что происходит-то, блядь, я не пойму, блядь, с этими разработчиками. Это что за херота, блядь, такая? Для кого это? Для детей, что ли, сделали игру-то, блядь? Со стрельбой, блядь, с насилием и так далее, блядь. Или для взрослых мужиков, блядь, для кого эта игра сделана? А если завалиться на... Тут, наверное, пройти надо обязательно, это говно, блядь. Ты упал в яму. Знаешь, как мне... Эх и высер, блядь. Ты умер. Неправдоподобно, я бы смог... Такие бабки игра стоит, да вы чё, блядь, вы с дуба рухнули, блядь, что ли? В говне в этом ковыряться, блядь.
хорошей нормальной графики хочется поиграть. Я бандикот захочу, поставлю сам. Не надо мне говно это впихивать, прокачивать, блядь, эти игры, блядь, тупые, ну. Никогда не считал хорошей игрой, блядь. Может, 20 лет назад она была хорошая. А сейчас то же самое, блядь, то же самое. Каждый... Ну и дрянь, блядь, ё-моё. Как я попал в это говно? Зачем я вообще стал эту игру смотреть, нахуй? Кусок говна, блядь. Да почему мне, блядь, надоело? Реально, надоело это говно, блядь. Что за высер делают, блядь, я не пойму. Я играл этой девчонкой, как ее? Горизонт этот. Разум-то. Отличная игра, там нет этого всей дресни вот этой вонючей, ну. Чего? И все, что ли? Да все, бросай ты джойстик, тупица, блин. С пистолетом интереснее бегать, блядь, с шариками, на. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора. Серьезно? Че, блядь, я сейчас вот выключу. Если вот еще раз, блядь, меня заставят пройти, я выключу, блядь. Буду записи искать, которые вот без этого говна всего, блядь. Предупреждаю. По правде, ну что ты сделаешь? Час игры выброшен на помойку, блядь. Трахни еще и здесь, около перед нами, блядь. Бандикот играли в детскую игру, и сейчас трахнет он ее здесь. Ну, конечно. А ты? Серьезно? Иди сюда. Ни конца, ни края не будет, блядь, этому говну. Час вот сколько? 45 минут? Пока закрыто. Выброшены на помойку 45 минут. Закрыто. Громкий звук. Почему сейчас громкий? Тогда ладно, вообще ничего не слыхать было. Иду. Ну, люди. Игра не должна раздражать, блядь. Да, вам помочь? Я тут... Она вызывает только одно раздражение. Он брательник только. Он вашего роста, постройнее. И без такой седины на висках. Все такое же, блядь. Сколько ему лет должно быть? 60? Рад тебя видеть, Нейт. Не похож он на 60. Господи, 50 сэр. Больше. Ну, может, после пластических операций несколько. Как? Я думал... На депрессантах каких-нибудь. Да. Да, было дело. Вот сюда. Господи. Их врачи... Ну, как я и говорил, тут уже заранее все понятно, блядь. Что он выживет и будет буксовать рядом с ним. Но я же выяснял, 100 раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника, поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. Надо, наверное, у них почти получилось. Память на разгон убрать с видеокарты, блядь, что-то не нравится мне. Если бы я знал, я клянусь тебе, я бы за тобой... Ты бы вернулся. Я знаю, Нейт, я знаю, но важно то, что я выбрался. Похоже, игра началась. Все нормально? Да. Надо на воздух. Че, приспичило, что ли? Ты, я надеюсь, в обморок не упадешь? Постараюсь. А как вы не могли связаться, что ли, 15 такие лет? Такие новости, знаешь ли. Ну, как? Как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как ты вообще так, меня нашел? Так, так, так. Тормози. Лучше сядь. Сейчас какой-нибудь дельце предложит. Назначит. Давай про себя. Я? Да. А что? Я Нейт. Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. А, это... Ну да. Я, короче, все пропустил, да? Пропустил. Все части. Даже не знаю, с чего начать. Видать, он там куролесил. А мы смотрим, бандикот играем. Да что-нибудь нажми, Игорь. Ну,
Помнишь нашу теорию о том, что Фрэнсис Дрейк инсценировал свою смерть? Ну да. И это правда. Я нашел гроб. У берега Панамы? Да. Как угодно, да. Она интересная игра. И ты представляешь, я его открыл. Ну? А тела нет. Но на дне лежит дневник. Не врешь? Ну и все как обычно. Потерянный город разрушен, но... Самый интересный пропускает, вы видите, рассказ вот самый интересный. Пропустили, а говно с пистолетом, блядь, с бандикотом оставили. Ну это нормально, извините меня, я с 91 года в игры играю. Ну такой дикости, бездумия такого. Вообще редко, когда увидишь в играх. Ты говоришь, что типа... Как гиперпанки, блядь. Самый интересный пропустили, его знакомство. И от чего-то вдруг опять удалился... Как они познакомились с этим жирным, да. Ну, вышибали деньги там со всех и так далее. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Не знаю, может быть, надо быть фанатом этой игры, я не знаю. Но вот я как со стороны человек, разбирающий в играх. Про меня дико бесит вот это. Приходи сегодня к нам в гости, мы поужинаем, я и про тебя расскажу. А он сейчас еще и откажется, смотрите, я не удивлюсь. Надо ей рассказать. Нейт, у меня большие проблемы. Что? Причем есть его жена и проблемы. Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара? Да, он наркобарон. Угу. Панамский мясник вроде. Ну вот а он что? Его и ищет. Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Ты так ему задал, я и выбрался из тюрьмы. Все-таки, наверное, много я прибавил. Книжку забросил, да? Подойди-ка, Самил. Может, из-за нее? Или что? Слушай. Охрана. Песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью? Убогой работой. Может, ну, игра начнет удивлять, и я забуду про это все говно, не на трепку. А у нас с тобой что? Без обид. У нас... С хорошей стороны удивлять. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? Солнце, я сейчас там начну мигать. Солнце вышло. То есть, если я выйду, то бледный, то темный. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. А нет. История Генри Эвери и его 400 миллионов в золоте стала для меня... Слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно, найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Ну, вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказар, Мелегро Верло. С этим Адаки. Ох, косемос конель. Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да я лучше так. Да. Ломонос. Ломонос? Охренеть. Остальные все на позициях. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Хорош орать-то, блядь. Дай потише ведите все. Разорались. Я как надсмотрщик. Некогда, нам нужно идти быстро. Игра вроде началась. Да как, сколько раз она уже начинается, блядь. Сейчас опять пойдем в это, с пистолета детского стрелять, блядь.
Ни детей, ни плетей, блядь, нет, там мужика, да. Ленись на меня, ребят. Господи, эти люди садисты. Мы избавим мир от них, а? Вот, понадобится. Бери уже. Ты помнишь, как надо стрелять? Дайте мне этот шариковый пистолет, шарики. С мячиками, блядь. Тут же... вспыхнет настоящий бунт. Именно. То есть у мужика нет денег, чтобы пойти в тир пострелять, блядь. В Америке. Там, где на каждом углу оружие нам. Он из пистолета, блядь, пулькает, блядь. Блядь, он... Ага, садится. Да пусть они сами стреляют, черт с ними, нахуй. Какахи-то пусть у них вываливается. Ёх ты, блядь. Сабвуфер с ума сходит. Чё это за... Ха-ха, его видели анимацию? Эй, блядь. Конечно, они не делали никакой анимации. Чё тут? Блядь, опять я перепутал кнопку, да. Чё там с сабвуфер-то? Блядь, звуки вообще просто... В дичь. Сабвуфер пухает на при выстрелах на. Когда такое было? На. Все, застучало сердечко. Земел, прячься, дайте нам пройти, и мы вас пощадим. Да ему, блядь, по морде-то этому ублюдку-то на. Да плевать, беги. Да все равно я не попасть не мог. Прям все тупые, блядь. Как пробки, блядь. Взял, пробежал я мимо их. Вы видите, что творится? Ну все, опять я начал, блядь, искать на. Из конца-то в конец. Estamos en posición. ¿Están listos? Busquen donde cubrirse. Почему перевод-то не сделали субтитрами-то хотя бы, а? Что, мозгов не хватило на перевод сделать? Трёшку, блядь, за игру, блядь. Извините меня. Ну чё ты, опять я что-то открывать должен? Никто чего мне тут сказал, что ли? Или опять я пропустил, ну? Блядь, что за игра непонятка какая-то, блядь. Тихо, тихо, блядь, куда ты садишься тут? Он садится, блядь, этот Мерин-то, блядь. Прижали его огнём, блядь. Я не пойму, что с сабвуфером случилось. Что это за пуканье, блядь, в сабвуфере? Никогда такого не было, блядь. Пу-пу-пу, блядь. Да, звук тут вообще на двойку, на двойку. Сделан на двойку звук. Что-то я не туда прыгаю, видать. А, вон он. Опять эти уроды, блядь. Опять это тыканье, блядь. Дай-ка я покрутить. Все, патрон закончился. Блин, а все путаюсь я, опять чуть не на... Автонаводку отключил я нахрен, а то там вообще сразу ловит, нахрен. Там даже целиться не надо. Для джойстиков. А вы, говорит, играйте на джойстике. Так я говорю, там же автонаведение. Ну и что ж, поставьте и все, будете попадать. Так я не попадать буду, а компьютер будет попадать. Какой интерес-то мне, блядь, в игре-то, блядь.
На, полежку тебе. Как можно играть в игру в это? Кто-то мне сказал в это. DDR2-то. Как она там? DDR2, что ли, да? А ты, говорит, сделай это, автонаведение, и все, и будешь попадать, блин. Так я стрелять? Да что ты, блин, бурики, блин. Все, выбросил ты эту мочалку, блин. Не отходит он? Как в нормальных играх, в мафии там отходит, блин. Конечно бы меня давно бы убили, если бы я не играл на легком. Что тут говорить, нечего. Надо все-таки побыстрее немножко сделать эту мышку. Мне что-то медленно кажется. Извиняйте. Сабвуфер у меня, блядь, надрывается. Вот это да, от выстрела. Давай, обезьяна. Блять, одного выстрела мало ему в башку, блять, в титьку, блять. Видать, не попал на. Брандос, пути. Блять, опять взрывает. Почему перевода-то нет, блять? А вот они и в прошлый раз, наверное, орали так же, блять. Не по-русски, но, как говорится, но. Че я там взял? Какой-то меняют туда-сюда одно и то же. Сорок минут из игры на помойку, блядь. Вот это вот да. Вот это игра, блядь. Какой ты хераты, блядь. Как вот обоссоту эту? Сейчас камни мы все уничтожим. Да. Наконец-то, блядь, тут взорвал эту треснину. Вижу, вижу, вижу. Надо копию записи, конечно, делать. Да. Все, напряжения, видать, на этом не хватало. Процессор, блин, поднял я немножко, вроде бы перестал включить. Кто это там лупит-то, я не пойму, блядь. Базухой, что ли, херачит кто-то, блядь, из наших чертей, блядь. Блядь, свои, на. Клейку надо делать сейчас. Ну, по стрелушке ничего, неплохо так. Ну, я не знаю, вот эти 40 минут я бы выбросил вообще из игры. Ну, вот это плавание, там, возяканье, это. Бодикот, это я даже вообще не рассматриваю. Это вообще должно было вырезано быть изначально, блядь, говно это. Держи. Беготня, блядь. В игры нет, играть. Нет, спасибо. Мне ну, их здесь нет. Хватает, да. Я безвожен. Я еще там в игре в игры должен играть. Спасибо. Для детей, как для детей сделали, взрослые мужики сидят, играют. А они детская дрянь какую-то суют. Да, куда же я теперь? Как в этом GTA 5. Всякую херню там насували. Дресни всякую велосипедную. Может, посеплю себе хорошую бабенку и найду своего брата. По-моему, неплохое начало. Да. Ты прав. Ну, а... Деньги давай. Насколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? О, ты я не тоже? Знаю, нужно добраться до Штатов, а там видно будет. Сколько? Ну, я пока еще не начал.
Но ты же знаешь, где оно? Ну, да, знаю. Просто... Слушай, Эвери же не оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Но у меня нет, есть хорошие зацепки. О, так, так. Погоди меня. Эй! Тихо! А ты как думал, что просто так тебя спасали? Ты мне нечего было убежать. И главное, я тебе поверил. Потому ты и здесь. Я все найду. Мне просто нужно время. Да, нам ключи. Видишь ли, какое дело? Меня теперь мучают жестокие сомнения. Так. Гектор, послушай, я все найду. Клянусь тебе. Сколько? Да обещай все, что угодно, блин. Полгода. Люди ленивые. Они всегда просят больше времени, чем надо. 3 месяца. За 3 месяца не... 3 месяца. Мне половина. Ну все, убей меня, Ерти. Не смравлюсь я за 3 месяца, так скажи. 3 месяца. Тебе половина. Так. Если ты будешь прятать от меня клад... Или чего доброго, побежишь сдаваться в полицию. Я узнаю. Я подкараулю, когда не ждешь. И тогда ты будешь умолять меня о смерти. Короче, его мертвец. Хочу. Ну, вставай. Самый ближайший город... В 10 километрах туда, в сторону солнца. Одежду дай. Давненько ты не видел восхода солнца. Vamos. Как мне тебя найти? Сам тебя найди. Потом. Не бойся. Придет время, я сам к тебе явлюсь. Так что у тебя в спине всегда будет. Торчать какой-нибудь чёрно. Вот, Алькасар меня отпустил, и... И я здесь. Плохо дело. Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... По следу? Сэм, да нет никакого следа. Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса на папочкины деньги. Мы там все прочесали. Сокровища Эвери нет. Хотя Рейф вот не сдался. Все эти годы копает, придурок. Ничего не накопал. Я не удивлен. В смысле? Ну, я просто тоже немного покопал. Ну и... Вряд ли у Рейфа есть это. Крутая штука, интернет. Такое можно найти. Просто крест Святого Дисмоса. Просто? Тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри. О, а это целый. Эвери сделал их несколько. Да. Чего не было в том, что мы нашли в Панаме? Наверняка до сих пор есть в этом. Угу. Ну, круто. И где же он? О, этот истинный шедевр пустят с молотка через 3 дня в поместье Росси. Поместье Росси. Ты о нем слышал? Ну, да. Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? А, да. А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы... А, ясно. Ты его украдешь. Не я. Тупишь ты, парень. Мы? Что? Нет. Нет, Сэм, у него водяной пистолет, я нахер ему надо. Все, я больше такими вещами не занимаюсь. Побойку какую-то поднимается, да, блин. Шариками стреляет пистолет, зачем? Это кто? Ну, не знаю, вот... Да у нее и так полный рот забот. Нет, ни в коем Бандикот. Случае. Я не доверю Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно?
Мне нужен ты. Ну, должен же быть и другой вариант. Других вариантов не будет. У меня слишком мало времени. С Алькасаром нельзя шутить. Мы играть сегодня будем? Нет, интересно. Ну, я вообще люблю, когда заставки в кино. Ну, это, конечно, не такие продолжительные. Но люблю вообще. Вот «Ведьмак» очень импонирует мне своими заставками. Интересно там. Слушай, ты не поверишь. Сюжет и так далее. Джейсон только что привез разрешение. Здорово. Да. Знаю, знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию. Детройт. Я вот проходил ее. У меня есть заливки Детройта. Можете найти там у меня. Вкладка видео. Вниз спускайтесь, там наройте. Но я там не стали смотреть, я бросил. Потому что я ее проходил. Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном параде. И пока никакого Салливана. Но время еще есть. Хранилище у них находится в доме, за тем особняком. Тебе оттуда видно? Только самую верхушку. А. О, вот бы поглядеть, что они там прячут. Нам нужен только крест пирата Эвери. Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно. Да у ней патикот есть. Не усложняй. А у него пистолет, ну. Ладно, шариками. Понял. Ему ничего не надо. Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем. Сэм. Мы бы уже туда пролезли. Вопрос как? А, ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет. Ну, продолжение по-любому будет, я думаю. Сэм. Поэтому смотрите на YouTube. Он знает хозяев аукциона. Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно. Надо ее сожрать, эту игру. Ты что делать-то? Если она, конечно, не взбесит так, еще какой-нибудь херней. Говори прямо. А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни. Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим. Да, он подставлял напарников, но не нас. Но не тебя. У вас с ним всегда были разногласия. Мягко говоря. Но я ему верю, как себе. Он мне родной. Кёрт этот, который там вперед меня залез по лестнице, блядь, в первой части, когда я заливал. Ладно, ладно. Он все сделает как надо. Нырнул вперед меня. Раз, так говорю. Рано или поздно. Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот. Видишь? Верь! Пицца наивная. Эй, Смокинг, не запачкай. Спасибо. Крови. Ну что, вот так графика, да? Смотрите, отличная. Ну давайте, ладно, на этом остановимся. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя. Жду вас на YouTube. До новых встреч.